Нам сделали потолок, вот, сделали нам окошки, которые облезали сильно. Сейчас все преобразилось. Все теперь преображенное. Вот видите, какой потолок красивый у нас, беленький. Медсестра палаты новорожденных Солнечногорской ЦРБ Ирина Гоголева показывает первые готовые после ремонта кабинеты. Мы здесь лежат у нас деточки, которые требуют внимания, то есть которые с какой-то патологией родились, или недоношенные деточки. Вот кладем их в кувезы, вот у нас кувезы стоят, вот аппаратура у нас. Искусственное дыхание, прибор. После родовую и молочную комнаты тоже обновили, рассказывает медсестра. Солнечногорский роддом состоит из акушерского отделения, родильного зала, неонатологического отделения, отделения патологии беременности и послеродовых палат и боксов. Сейчас везде идет ремонт. В нашем отделении проводился косметический ремонт ежегодно. Это входит в план дезинфекции. Капитальный ремонт, ну это вот тяжело назвать капитальным ремонтом, но мы просто решили сейчас, благодаря спонсорской помощи, благодаря тому, что главный врач заинтересован в развитии акушерского отделения в дальнейшем, мы решили просто здесь немного улучшить состояние палат. Мы переделываем бокс, в котором будут находиться женщины с инфекционными диагнозами. Плюс ремонтируется палата пребывания в патологии беременных, три палаты, ремонтируются родильные залы, в том числе и где будут проходить партнерские роды, совершенствуется комната для проведения УЗИ-скринингов, УЗИ-исследований и комната, где будет у нас кабинет, где будет проводиться КТГ плода. Обновленный Солнечногорский роддом ждет своих посетительниц с 8 утра 23 августа, а пока будущих мам отвозят рожать в основном в Клин или Щелковский перинатальный центр. Екатерина Косевич, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время.